Вот, смотрите, у нас рынок на Западном. Курага 350, 500 рублей. Медовая 450 рублей. Самая простая 180. Миндаль 900 рублей. Фисташки 900. Орехи. Помидоры по 70 рублей. Персики 200. Груша 200. Кишмиш. Яблоки. Яйца. Высший сорт 78 рублей. А зелень, смотрите, лук, петрушка, укроп, все, что хотите есть. Редиска. Тут, конечно, изобилие. Огурцы по 30 рублей, по 40 рублей. Болгарские перцы. Помидоры. Лук, сливы. Вот, смотри, какие абрикосы огромные. Ну, еще овощей вам покажу. Помидорчики, персики. Сыр, сметана, колбаса. Сыр Маздан 850, пармезан 840. С оливками. Никите наконец-то сняли швы. И мы идем с ним в Ташир-пиццу. А Никита обожает Ташир-пиццу. Здесь на Западном есть. Что тут есть вкуснятина? Свежий салат. Да, нету. Вот он, Цезарь, вот это он. Мне что-то не верится. Вот смотрите, наш обед стоит 400 рублей. Что, два кусочка пиццы, салат, сырный соус и суп. Вкуснятина, Никит? Угу. Сейчас я в магазине на Металлургической. И здесь есть наклейки 3D. Здесь под ними какие-то подушечки под каждой картинкой. Есть вот такие бабочки. Милые динозаврики. А, смотрите, какие прикольные еще. Пирожные есть. На обратной стороне есть рекомендации, куда их можно наклеить. Еще наклейки есть бабочки. Более темные бабочки. Ну и все, здесь только бабочки разные. Большие, маленькие. Разных цветов. Новая зубная паста Herbal Elixir, цветущий лотос. Производитель Wilson. Новый рисунок на детских кружечках. Очень симпатичные, яркие рисунки. Появились вот такие с космосом. Были такие тарелочки глубокие, а теперь ружки. Внутри беленькая. Объем 230. Еще есть вариант. Ага, смотрите, появились новые банки-кружки. Другой дизайн. Киви. Чашка с кружкой и трубочкой. 480 миллилитров. Лимон. И еще какой-то фрукт. Арбузик. Еще одна новинка. Сушилка с поддоном 99 рублей. 43 на 23. Сетка, поддон вытаскивается. Поддоны разного цвета. Есть еще шоколадного. Скоро все будут консервировать или уже консервируют. Крышка прикольная такая. Смотрите, как она сделана. Тут дырочки такие. Вот сколько стоит. Крышка для консервирования 3,30 стоит. Такая металлическая. Внутри резиночка. Девочки, знаете, как удобно из вот этих бульонниц с ручками кушать? Я вообще обалдею. У меня немножко другой формы. Сейчас возьму вот эту, куплю. Или розовую. Какую лучше. Мне нравится. Они мало места занимают. Такие удобные, не глубокие, не очень глубокие. Хорошие, классные. Крышка стоит 5 рублей. Еще новинка. Держатель для губок и моющего средства. 77 рублей. Вот так выглядит. Пластиковый. А посмотрите, какие тряпочки по 55 рублей. Это же просто шикарные. Тряпки просто золото. Вот из них подушки красивые получатся. Смотрите, какой кайф. Их тут много. Супер вообще.
или что-то такое красивое пошить, все блестящее. Смотрите, здесь целый стенд различных игрушек. 99, 55. Что здесь появилось новенького? Это вот такие пазлы. Они двухсторонние. 500 штук в одной коробке. Стоит 199 рублей. С другой стороны вторая картинка со слонами. Здесь котик. А с другой стороны... А с другой стороны собачка. Сумки на поезд. 99 рублей. Синие. Вот еще какие-то маленькие появились по 99 рублей. Такие, как мешочки. На кнопочке сверху. Вот так пошиты. Есть еще вот такие бежевые на пояс. Еще сниму для вас «Лови момент». Вау, акция, которая сейчас здесь выставлена только сегодня. Игрушка-погремушка 99 рублей. Фонарик светодиодный 99 рублей. Это копилки по 77 рублей. Наушники 99. Стаканы для зубных щеток 77. Мыльницы. Вазы 77. Салатник 55. Эспандер кистевой. Сейчас попробуем, как он жмет. 99. Массажер для тела 77. Перчатка прихватка. Есть цепляющиеся шарики 99. Робот 99. Конструктор присоски. Хлоп-хлоп. Вот такие миски появились Архимед. Две в наборе 77 рублей. Игрушка-кресло ходунки 99 рублей. Флягодержатель велосипедный 77 рублей. Коврики, которые я вам уже показывала. Плетеный 99 рублей. И вот такие корзины складные с крышкой 99 рублей. И еще одна крутая новинка, это подставка для очков. Здесь есть усы, изготовленная из полирезина. Или вот такие забавные губы. Вот такие гибкие линейки. Здесь очень выгодная цена. Да, и есть для зубных щеток, а есть простые стаканчики. Шикарные римские вазы. Какая-то прикольная книжка Антон Соя про Рим, слона и кошку. И про любовь немножко. Смотрите, какое качество. Крупные буквы. Ребенку будет легко читать. И снова сказки дядюшки Римуса у нас уже есть. Супер интересные. И еще появились вот такие рюкзаки с мороженными. Рисунки с обувью. И вот такие еще шибишек. Вот. Стоят они, по-моему, 99 рублей. Да. По 99 рублей. Материал канвас. Вот такие. И все. Здесь уже я тоже все присмотрела. Всем пока-пока. Смотрите, какие новые плейсметы. Кофе. И вот такой с медом. Еще есть рисунки с цветами. И есть полоски. Мои покупки. Конструктор, вот такая миска, тест, такая, линейки, книжка одна, книжка другая, еще третья. И вот такая ваза. Несется, несется. Привет. Привет, малыш. Привет. Как у тебя дела? Чья-то собачка. И посмотрите, сколько их. Боже, я не ожидала, что их так много. Никита, как много. Сколько штук? 45 написано. Офигеть.
Вот, Никита собрал уже. Кто это, Никита? Это я. Это ты? Какой ты хорошенький. Ну как они скрепляются, хорошо? Да. Или распалась? Жалко. Что он так идет? Прикольно. Очень прикольно. Молодец. Я у... You're calling, I'm falling, don't know what it is you do to me, yeah, where you go, I follow, let's go out and dance the night away, going like one, two, three, four, five, six, seven, eight, dance the night away, I am.